Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова почти сразу узнает дерево, которое сажала 20 лет назад. 29 мая 2003 года в поселке Комсомольский Кинельского района была заложена аллея журналистской солидарности. Я сегодня, когда увидела каштан, у меня слезы навернулись на глаза, и когда увидела ребят, и я понимала, что те ребята, которые сажали с нами, они уже сейчас выросли, а это уже другое поколение. Это так здорово, так замечательно, мы все время говорим какие-то слова о патриотизме, о любви к родине. А вот это и есть, наверное, да, любовь к родине. Выросли не только каштаны, но и дети. Кто-то даже создал свои семьи. Когда мы гуляем, посещаем наш спорткомплекс, мы всегда подходим сюда, смотрим. Я детям рассказываю, что мы вот с папой сажали вот эти вот каштаны. Им становится сразу очень интересно, они начинают расспрашивать. Спустя 20 лет, в год 95-летия Кинельского района и 105-летия Самарского союза журналистов, было решено заложить второй этап аллеи. На этот раз высаживали скальный можжевельник. Как и в 2003 году, в торжественной церемонии «Мы вместе» приняли участие школьники, журналисты и жители района. Аллея журналистов есть. Что же еще внести? 4 дерева посадить. Почему 4? А сегодня журналисты считают это четвертой властью. Рядом с аллеей журналистской солидарности еще 20 лет назад был установлен памятный камень с капсулой. В ней находится послание потомкам. Вскроют ее в честь столетия Кинельского района в 2028 году. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.